Давайте все-таки начнем наш сегодняшний концерт в таком неожиданном для фестиваля зале. Очень гостеприимным, по-моему, вполне артистичным и, самое главное, уютным и доброжелательным. Я несколько слов скажу попозже, уже, собственно говоря, о программе фестиваля. Об ансамбле вы можете прочитать информацию в программке. Вот. А сейчас я хотел бы просто предоставить слово художественному куратору вот этого пространства артистического Алексею Шестакову, который скажет еще пару слов по поводу того, как мы здесь можем провести время помимо слушания музыки. Пожалуйста. Большое спасибо, Александр Юрьевич. Мне приятно вас всех видеть в Союзе печатников, независимом книжном магазине, концертном зале и арт-пространстве. Я, собственно говоря, выступил с инициативой предварить этот концерт парой слов, касающихся обстановки, атмосферы, в которой он проходит. Просто потому, что участвовал в подготовке вот выставки, которая сейчас здесь проходит, выставки Филиппа Кондратенко, для которой совпадение с концертом, замечательным концертом, замечательного фестиваля «Звуковые пути», чьими преданными слушателями являемся и я, и художник, который здесь присутствует, оказалось чрезвычайно удачным. Даром, что случайным. Когда мы работали над развеской, мы периодически обращались к музыкальным идеям, потому что Филипп – страстный любитель современной и вообще серьезной академической музыки, и потому что и самим выставкам Филиппа музыка совершенно не чужда. Предшествующая выставка была напрямую вдохновлена другим концертом, первым исполнением в России, если не ошибаюсь, другого сочинения Мортона Фелдмана, который есть в сегодняшней программе, посвящением Филиппу Гастону. Так или иначе, мы и мечтать не могли, что рядом с этой экспозицией прозвучит столь замечательная программа, которая будет представлена сегодня. Когда я увидел афишу, для меня, я, собственно, узнал об этом вот из афиши, вывешенной здесь, я понял, что лучшего и придумать нельзя было, и посетил даже репетицию вчера здесь, во время которой, ну, в общем, оценил некоторым образом наш труд. Для тех, кто знает Филиппа Кондратенко, а я думаю, вы сможете посмотреть после концерта эти работы, те, кто заинтересуется, достаточно очевидно то, что музыка играет в них большое значение. Но, как и в большинстве других подобных случаев, сказать, в чем это пересечение, в чем близость этих работ и музыки той или иной, конкретной или абстрактной, очень сложно. Но благодаря вчерашней репетиции, можно сказать, благодаря случаю сказать сегодня пару слов, я подумал, что, возможно, работы Филиппа, в отличие от его знаменитых предшественников, Кандинского и других художников, вводят аналогию с музыкой не на уровне отдельной композиции, отдельная живописная композиция, каким-то образом, может быть, изоморфна, логична или похожа на композицию музыкальную, а на более широком уровне. Вот когда я вчера слушал здесь в виде репетиции некоторые произведения, которые прозвучат сегодня, я, собственно, смотрел на работы издалека и, естественно, не мог их оценить во всей полноте, но зато я видел их в континууме. И я подумал, что, возможно, их музыкальная составляющая проявляется не на уровне одного отдельно взятого произведения, а на уровне некоторой их последовательности. И случайно кто-то замечательно выразился, определив звук как серию горизонтальных событий. Может быть, даже, если мне не изменяет память, это был Мортон Фелдман, чья композиция сейчас как раз прозвучит. И дополнительным, знаковым, мне кажется, совпадением явилось то, что избранная для первого исполнения, насколько я понял, в России вещь этого композитора – это посвящение художнику, одному из
многочисленных достаточно живописцев, друзей Мортона Фелтмана, с которыми он находился в творческом контакте, Францу Клайну. Это, насколько я знаю, мемориальное произведение, написанное в год, когда художник умер. И примерно так же трудно, как сейчас было мне определить переклички живописи Филиппа с музыкой, было и приходится до сих пор специалистам, говорящим об этих произведениях Фелтмана. Их достаточно много, посвященных художникам, Францу Клайну, Филиппу Гастону, Марку Ротко и так далее. Разумеется, это касается и другой музыки. Так или иначе, для тех, кто этих пересечений ищет, конечно, такие совпадения, как то, которое случилось здесь, особенно ценны. И за это я хочу поблагодарить фестиваль «Звуковые пути» и пространство «Союз печатников» и завершить это вступление надеждой на то, что и визуальное искусство поможет сегодня восприятию непростой музыки, и музыка, конечно, поможет восприятию этого нового и непростого визуального искусства. Большое спасибо. Спасибо. Ну, как вы все посмотрели, увидели в программке, сегодняшний концерт состоит из 6 произведений, 6 разных, очень разных композиторов. А прозвучит все это в исполнении джаз-ансамбля в составе Матвея Емлин, флейта, Георг Саркисянс. Опа, я, по-моему, ошибся. Там флейтистка, а не флейтист. Ну, сейчас я исправлюсь. Георг Саркисянс, кларнет, Игорь Фурцев, валторна, Анастасия Мартынова, скрипка, Дмитрий Дробко, виолончель, Александра Листова, фортепиано. В концерте принимают участие 2 певицы, Анна Листова, сопрано, и Ирина Васильевна, мезза, сопрано. И начинает программу Мортон Фелтман для Франца Кляйна, композиция для сопрано, скрипки, виолончели, валторна, колоколов и фортепиано, написанная в 1962 году, но вот впервые она прозвучит в Петербурге. Должен сказать, что музыка Мортона Фелтмана действительно впервые прозвучала именно на нашем фестивале. Это случилось в далеком 1993 году. Вот. И дальше я объявлять ничего не буду. Смотрите программки. У вас, по-моему, нету программки. Передайте, пожалуйста, 2 программки. Две программки передайте, пожалуйста. Сюда. Да. Спасибо. И, пожалуйста, приятного вам концерта. Всех отключить мобильные телефоны.